5 самых трешовых штатов в США, и их все объединяет одно свойство, которое я вам скажу в конце. На 46-м месте Западная Вирджиния. Преступность, в общем-то, даже неплохая, не самая ужасная. 18 из 50. Но образование 47-е место. Медицина 50-е место. Да, там немножко есть даже у вас opportunity для жизни. Но инфраструктура полный трешак. 50-е место из 50. Экономика 47-е место из 50. 47-е место. Нью-Мексико. Преступность 47 из 50. В лидирующих позициях с конца. Образование призовое 50-е место с конца. Медицина, конечно, вышли из десятки самых плохих. У них очень хорошая fiscal stability. Ну, денежки в штате есть. А больше в штате ничего нету. 48-е место. Миссисипи. Уже похуже преступность, 34. Чуть-чуть получше образование, непонятно как. Медицина, 49 из 50, входит в тройку самых лучших призовых. Да, там красивая природа, 16 из 50. Не самая лучшая, но ничего. Не самая худшая. Экономика, 49 из 50. Призовое, третье, в тройку призеров явно входит. Да и экономика там тоже в полнейшей жопе. Аляска, 49-е место. Ну, Аляска, что можно сказать? Жопа везде. Хотя, конечно, не призовое место первое, но явно для людей, которые готовы сами за себя. От штата ничего не ждите. Ни в безопасности, ни в медицине, ни в образовании, ни в экономике там ничего нету. Но там красивый туризм. Как туризм, там красиво. Я там был. Мне понравилось. Ну и первое место, золотая медаль. Луизиана. Трешак по преступности. Там Нью-Орлеанс. Образование – жопа. Медицина – жопа. Природа – жопа. Экономика – жопа. Ну, в общем, жопа. Вы поняли. Вот это есть самая дырка от жопы. Плохих штатов США. Знаете, что их все объединяет? Они все всегда голосуют за республиканцев. Как будто, наверное, это что-то имеет общее с состоянием этих штатов. Однако...